сегодня продолжу вас знакомить с творениями бельгийской пивоварни Фойенстейнберге и представлю вашему вниманию сорт пива Пират Трипл Хоп. О самой пивоварне я уже вам рассказывал в дегустации номер 157, а посему мне ничего не помешает сразу приступить к обзору пива. Пират Трипл Хоп – это сорт пива верхового брожения с повторной ферментацией в бутылке. На пивоварне Фойенстейнберге при производстве данного сорта используют в качестве основы их популярный сорт пива Пират. Как они утверждают, обеспечивая тем самым солодовый и насыщенный фруктовый вкус в сочетании с сухостью, обусловленной высоким содержанием алкоголя. Затем 4 разных сорта хмеля добавляют 3 раза на разных этапах производства пива. Отсюда название Triple Hop, то есть тройное охмеление. И это совсем не трипель, как может показаться из названия. Это Belgian Strong Ale. Хмеля Саас, Тетра и Аурора добавляются дважды во время процесса затирания, а затем американский хмель Каскад на этапе сухого охмеления. Содержание алкоголя в нем, внимание, 10,5%, рекомендуемая температура подачи 8 градусов Цельсия. В составе ячменный солод, 4 сорта хмеля, сахар, рис, дрожжи, вода и добавка Е150С. Более известная в обиходе как карамель или жженый сахар и по сути являющийся водорастворимым пищевым красителем. Бутылка темного стекла емкостью 0,33 мл, крышка белого цвета с салатовой каемкой и цифрой 3 на фоне пиратского корабля. На фронтальной этикетке название сорта с изображением того же пиратского корабля с золотыми парусами и веселым Роджером на флаге. Все это на белом фоне с изображением шишек хмеля. Ниже надпись «Крепкое бельгийское пиво с повторной ферментацией». Емкость бутылки, содержание алкоголя и надпись «Сделано в Бельгии». На контр-этикетке дата основания пивоварни Фойенстейнберге 1784 год, название сорта, его описание на нескольких языках, физический и электронный адрес пивоварни, емкость бутылки и рекомендуемая температура подачи. Также состав, опять же на нескольких языках, конечная дата реализации, и это 2 года, логотип пивоварни и штрих-код. Пиво темно-золотистого, светло-янтарного цвета с невысокой пенной шапкой белого цвета, однородной структуры, с очень спокойной карбонизацией. Пиво практически прозрачное, с легкой-легкой туманностью. Посмотрите, как сорт выглядит в бокале. И будем пробовать. В аромате бельгийские дрожжевые фруктовые эфиры, так мной любимые. Здесь персик, абрикос, яблоки, цедра апельсина, грейпфрута. Легкая карамельно-солодовая основа и довольно акцентированный цветочно-травяной хмелевой аромат. С нотами свежескошенной травы и некоторой землистостью. Немного специй. Вкус солодовый, с фруктовыми эфирами цитрусовых, зеленых яблок, груши, абрикоса и персиков. Хмелевая горечь довольно концентрированная, цветочно-травяного и землистого характера. Дрожжи также добавляют специевых нот. Алкоголь согревает, он практически в идеальном балансе с хмелем. Тело плотное, кремовой текстуры, довольно питкое, несмотря на высокое содержание алкоголя. Даже не так, не питкое, а манящее, что ли, порождающее желание наслаждаться данным нектаром. Послевкусие продолжительное, уходящее в сухость, с чистым благородным алкогольным акцентом, умеренным солодово-горьким равновесием и гладкой дрожжевой кислинкой.
Резюмирую, этот сорт безусловно для любителя бельгийского пива, но при этом неравнодушного к сложному охмелению. Солодовая сладость, фруктовость дрожжей, цветочные и травяные прикосновения мягкой хмелевой горечи и серьезная крепость наряду с плотным телом. Пиво согревает и порождает желание сделать очередной глоток, ощущая, как приятное опьянение овладевает вашим организмом. Конечно же, я рекомендую его к дегустации. Приобрел я данный сорт непосредственно в Бельгии, в городе Брюгге. Регулярная стоимость бутылочки 0,33 в сети супермаркетов Lidl чуть больше 1 евро. А на этом у меня все. Пейте правильное пиво, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моей группе в ВК, ссылка внизу. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте перепосты. Будет интересно. Пока-пока, друзья.